Дважды президент. Впервые в истории Литвы глава государства избран на второй срок подряд. И это женщина Даля Грибаускайте, хорошо известная украинцам тем, что поддерживала Майдан и помогала пострадавшим. Для литовцев она защитник социальных гарантий и политик с жесткой позицией по отношению к соседям. В частности, критикует Россию за мясомолочные войны, высказывается против аннексии Крыма. Избрали президентом Грибаускайте во втором туре. Она набрала почти 60% голосов.